Лучшие цены, запасной. Ой, я случайно видео вырубил. Барабанщик, мне не нравится, как на меня смотришь. Так будет с каждым барабанщиком, кто будет смотреть мне в глаза. О-оу! Что это было? Они косые какие-то. А, я сейчас голыми руками их буду долбить. Ты мне веришь? Да, я верю в тебя. Давай. Еще я верю в свой RPG. А, на. Давайте. Еще где-то подкрепление? Что, издеваетесь? На, еще с RPG. На, еще с RPG. Любое решение. Еще едет, что ли? Да где? Офигеть, прикольно. О, мужик, мужик, нет, не стреляйте. А, они гранаты кидают. Я не знал, что они умеют гранаты кидать. Так, берем опять голые руки. Мы играем по хардкору. А, блин, я случайно опять отобрал у него оружие. Я забыл, что так оружие... Офигеть, это приемчик был. Ай. За что ты меня так пощечина ответил? Спорол бедного чувака. Да, хватит меня бить толпой, надоело. Я сейчас здесь тоже в ассасины играю, всех с прыжка. О! Вот это я отлетел. Мне по горбу с топора заехали, я познал, что такое I believe I can fly. Меня скотина. Тебе за все хорошее. Зачем ружье из ружья стрелять, если можно тупо зарезать всех пятерых? Это глупо. Ружье предназначено для ближнего боя. Как копье. Так, давай, снимайся. Да сними ты плакат. Вот. Сними плакаты. Блять. Что? Что случилось? Возьми мой кошелек, только не просто. Такс. Что у нас здесь? Да тут гепард. Мне же нужно гепарда убить. Умри, гепард. Умри, гепард. Все. Мой таргет. Гепард. Слезай. Нет, не слезай. Так невозможно. Рюкзак полный. Издевайтесь, ну. Держись, Коннор. О, мои ноги. О, мои ноги. О, мой лег. О, подожди, я давно не пользовался лифтами. What the fuck? What the fuck? Ой. У меня игра повисла к чертям. Ха-ха, это значит, что ты должен не отвлекаться. Ой, куда я прыгнул? Ладно. Надо валить. Сейчас вот если бы я завершил скайп. Не, скайп не надо завершать. Бегим, 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 я сейчас убегу от них. Я почти это сделал. Все, я убежал. Хвали меня. Ну, хвали меня, я просто великолепен. А, как тебя это взяло? Я просто великолепен. Я Коннор великолепный. Такс. А ты в курсе, что там по дополнительным миссиям тебя посылают искать цветы? Потом ты приносишь к чуваку, а он там в сортире сидит, короче, дуется, ты его стоишь, разговариваешь с ним. Там такие угары. В моем ролике потом позыришь. Сидит такой, я тебе цветы принес, он такой, сейчас, подожди. Сейчас, закончу. Тут такой, может, я потом приду? Да не, сейчас, я почти. И все такое. Так, да блин, кто меня палит? Все, успокоились. Так, чувак. Чувак. Доктор Уайт? Доктор Уайт? Этот пьяница за углом живет. Этот алкаш за углом. Скажите, что я уволился. Что? Дал бы я ему толкать за углом. Руки марать неохота. У меня семья. Руки марать неохота. У меня семья. Да этот, я доктора Уайта ищу. Он говорит, нет, этот алкаш за углом живет. Окей. Чувак, я пойду поставлю. Иди давай, возвращайся. Угу. Ты меня дождешься. О, песик.
Ты меня дождешься? Да, любимая. Пошел, я пошел. Пиздуй нахуй отсюда. Песик, песик, давай на тебя верхом залезу, покатаюсь, песик. О, смотрите, там кого-то прессуют. Мне кажется, или нужно мое вмешательство? О, нифига, а чё это вы так на меня? А, я могу вас кулаками бить, окей. Вы сами предпочли вид боя. Я вам не завидую. Но это лучше, чем вспороть пузо. После такого выживешь, конечно, но получишь хорошенько. Хватит, хватит его мудошить. Он хороший человек, наверное. Нифига, ему шею свернул. Как он выжил после этого? После такого не выживают. И после такого тоже. И по ушам тоже. Но после такого можно выжить. Это, наверное, самый крутой прием. Когда даешь... Да, я говорю, тут самый крутой прием был только что. Да? Меня зовут Коннор. Ты что вам от меня нужно? Ты офигел. Да. У меня к вам предложение. Вы не знаете, кто я? Да я легендарный алкаш Бостона, да я тебя сейчас перепью, да? Кстати, мне вас сказали друзья, Уоррен и Прудс. А, здесь, короче, прием был. Коннор дает сначала по ушам, а потом с этим прямым ударом в пятак со всей дури. Это, конечно, круто было. Прямой в пятак. Единственное, что меня тут бесит. То, что ты себя покрасил в один цвет, отображается в роликах все равно другой, стандартный. Так, найдена новая инструкция. О, а у меня теперь доктор появился, походу. Прикинь, у меня доктор есть. Прикинь. А знаешь, зачем он? У меня нет. Есть семья фермеров, короче, и они завели ребенка, и им нужен доктор. Вот так вот, а? Все запутано, да? Теперь у фермеров есть доступно... Теперь доступна птица и другое мясо. Прикинь, что я могу теперь у фермеров покупать? Ну ты прям вообще сидишь и думаешь, нихуя, да? Вообще. Так. Все-таки ты мне не захотел помочь. Ты извращенец. Так, кстати, мне осталось выполнить одно задание. Только не знаю, где оно. Сейчас я карту гляну. А, здесь есть точка синхронизации. Сейчас у меня все появится. Сейчас у меня появится еще один мой слуга. Портанемся сразу в форт. И у меня будет две слуги. Ты прям какой-то рабовладелец. Ну, ты что думал, я простой ассасин Коннор? Такая вся индейская няшечка. Нет. Я бежал с ним. Нет. Нет. Все не так просто. Вау. Только ноги задолбал себя ломать, когда прыгаешь с такой высоты. Нифига тут солдат сколько. Две пачки такие огромные. А, у них тут лагерь. Ой, они... Я забыл, что нельзя в их лагерь ходить. Знаешь, типа... Эй, не ходите в мой сарай, да? Эй, не ходите в мой сарай. Да, тут то же самое, только про лагерь. Я сейчас пытаюсь убежать, чтобы они меня не навешали. Нет, ребята. О, они меня потеряли из виду. Окей. Если я здесь спрячусь, они меня не найдут. Тихо, не пали. Нет у меня здесь. Знаешь, мимо так сено пробегают все. Один такой отделяется. Может, он здесь? Я его так, хоп, затащил в свой гомодомик. Может быть, он все-таки здесь? Как меня обнаружили? What the fuck? Мужики, да ладно вам! Я уже думал, я убежал от вас. Ладно, придется вас зарезать. Я, конечно, этого делать не хотел. Вы меня... Ой, сейчас стрельну, честно. Ты не хотел, да кого ты мне морозишь? Да я убегал, я не хотел, честно. Я вообще... Ай. Ай. Блин, тут еще подбежала такая толпа. Да вы мне надоели. Like a bitch. Like a boss. Jumping on servers. Jumping on servers. На, пошел вон. Jumping on servers. На, черт.
Нифига. Офигеть. Не стреляйте. Косые ублюдки. Все, сами понятно. Блин, я только одну толпу завалю. Тут вторая подходит. Только вторую завалю, третья подходит. Может, минус хватит, толпа. Я всего лишь хотел пойти синхронизировать точку. А вынужден сражаться с 50 стражниками. Я всего лишь мимо проходил. Как помню, такой в Xbox картинка. Я всего лишь украл денежку. Хватит меня долбить. Пошел вон. И ты тоже пошел, мелкий. Да. А, последний остался. А, нет, еще двое. Сволочи. Блин, тебе сейчас время. Че? Сколько у тебя сейчас времени? Сократите дистанцию до цели? Да какой цели, о чем они? И вот. Сколько времени у тебя, внючок? What the fuck? Подожди, здесь у меня какой-то произошел непонятный... непонятный... ситуация. Непонятная ситуация произошла. Сейчас их... Не бегай, я их режу, как этих. Вас увели силы. Идите домой. Вы просто герой. Да. Только я могу так, и Майкл Джекс. Мох. Чувак. Улетай. Ла-ла-лай. Так, ладно. Произошел глюк, короче, я хотел синхронизировать точку для того, чтобы найти последнее задание там по освобождению, чтобы зарубать луч этого. Я, короче, пока дошел, сразился с 50 солдатами. И тут это здание нашло меня само. И я его, главное, выполнил так, как будто. Ну ты, короче, увидишь, как я это его выполнил. Я просто бегал там всех. Знаешь, так хоп, зарезал. Они даже со мной в открытый бой не вступали. Так, ладно, я, хоть я и все выполнил, но я все равно синхронизируюсь. Не зря я тут перебил 50 солдат ради этой вышки, да? Или зря? Не, все-таки зря. Так, ладно, пофиг, я пойду завербую себе второго ассасина. И у меня будет уже гарем небольшой начинаться. Так, а где, кстати, его точка? Где точка, где он барыжит? Алло, Тох-то тут? Да. Чё ты замолчал? What the fuck? Глюк произошел. Точки нету. What the fuck? Вот и я тоже. Так, интересно, я приземлюсь туда? О, да. Я думал, я сейчас сдохну. Я приземлился, тут такая... Эй, мужик. Ты куда пошариться решил? А ну иди сюда. В мой гомодомик. Тебе самое место. Надо как-то пробежать и подкупить. А, не успел, сука. Давай, иди сюда, бич. На, я тебя вышибу мозги, скотина. О, нифига он там чудит. Офигеть, я так носком ему, знаешь, носком обуви. Да хватит меня бить. Надоели, пришли гребаные элитные бойцы и начинают меня кромсать. Шли вон, чего вас так много? Вас за мной прислали? По-любому они знали, что на кого надо мочить. Ох, что со мной нету... О, мужики. Как я это сделал? Как я это сделал? Что это вообще было? На! Все-таки эти ролики будут шикарные. Здесь такие приемы классные получаются. Лучше даже, чем когда я проходил сам. Ты мне веришь? Тоха. Вот говнюк. Так, я тут. Говнюк, я тут с тобой разговариваю, а ты... Так, я тут. Где ты был, сука, до этого? Я просто пельмешки достал. Я просто пельмешки, я просто гандун, который отошел, не сказал ничего. Я не хотел тебя прерывать, так. Не говорил прям вообще. Окей, засранец. Так, ладно.
Появилась точка? Нет, не появилась. Что за бред? Так, ладно, пойду тогда в сундук с пионерию. И может точка появится. Отключит. Она я должна отключить. Хочу, чтобы у меня заработал гребаный Вегас. Он меня заебит. А мне пофиг, у меня Movavi видеоконвертер и все. Мне норм. Ну это летсплейщики клип пойдет. Ну да, ты же у нас монтажер херов. Такс. Да не, я тоже раньше монтажики такие. Прикольно, можно делать монтажики. В них да, больно. За Спарту был отличный просто монтажик. Я его с тех пор пересматриваю. Ну, это было круто. Так, пойду в сундук с коммуниздю. Сволочь, делай монтажи, сука. А у меня нету материала. Как нету? Как нету? Мы зачем в террарию, не знаю, все баги тогда играли? Как нету? А зачем монтаж, если я выложил летсплей обычно? В террарию не так прикольно, в Майнкрафте можно побольше поугарать. Нужно будет еще поиграть. Особенно если Feed the Beast установить тебе. Че установить? Feed the Beast! Че это за мод? Не знаю, что такое Feed the Beast, это мод пак вообще. Ноуп. Nope. А, кстати, я понял, что мне надо. Мне нужно открыть точку обзора, тогда я найду эту точку сраную. Вот, вот, вот моя тупость. В этом была моя тупость. Такс. Я думаю, на этом можно будет закончить этот ролик. Продолжим следующий.